Привлекательный дизайн, удобная форма, оптимальное соотношение цены и качества. Этими критериями руководствуется в своей работе совместное белорусско-польское предприятие Biopast International. В его ассортименте более 300 наименований бутылок, банок, канистр и крышек для известных белорусских и зарубежных брендов. Продукция реализуется на территории нашей страны и за ее пределами. Налажено тесное сотрудничество с Российской Федерацией, Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном и Молдавией. Накануне предприятие посетили его давние партнеры из Казахстана. Я очень рад сегодняшнему дню, потому что к нам приехали наши партнеры, гости, компания «Медидес» с Казахстана. Мы с ними работаем уже 5 лет, и, наконец, первый раз они к нам приехали посмотреть, как мы работаем, как мы развиваемся. Они интересуются все время нами. Мы так сложились отношения, что даже я где-то 3 месяца назад поехал к ним и посмотрел их завод, и мне очень понравилось. Хочу сказать, что это очень серьезное, крупное предприятие. Это предприятие стало лауреатом премии президента Республики Казахстана. Хочу отметить, что сложились очень добрые, дружеские, теплые отношения между руководством «Медидес» компании и нами. Научно-производственное объединение «Медидес» является ведущим казахским производителем дезинфицирующих и моющих средств. Оно осуществляет поставку своей продукции в страны СНГ. Большое внимание уделяется качеству упаковки, за которое ручается давний партнер компании – предприятие «Biopast International». Очень важным критерием для нас является не только внешний вид продукции, в какую упаковку она упакована, как красиво она и выглядит, но и для нас очень важно сохранить качество наших средств, упакованных в эту продукцию, на протяжении всего срока годности продукта нашего, который составляет 36 месяцев, некоторые продукции даже до 5 лет. И нам очень важно, чтобы наши средства хранились, не изменяя свое качество в этой упаковке на протяжении всего срока годности. Вот такая качественно, профессионально и с любовью сделанная упаковка – это тоже залог нашего успеха и нашего предприятия, которое является сейчас номер один в Республике Казахстан, предприятие, производящее продукции, средства дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения. Новым направлением является для нас производство моющих средств для пищевой промышленности, и сейчас мы стартуем с новой линейкой средства бытовой химии в широком ассортименте и очень надежным партнером, великолепным, который зарекомендовал себя как высокий профессионал, является ваша компания. Мы очень-очень надеемся на дальнейшее сотрудничество. Генеральный директор совместного общества с ограниченной ответственностью Biopast International Анатолий Великин провел для гостей экскурсию по предприятию. Он рассказал о том, что в последние годы была проведена широкая модернизация производства, что позволило увеличить производительность труда и повысить качество выпускаемой продукции. Иностранная делегация побывала в производственном цеху, в лаборатории, в мастерской по ремонту и обслуживанию пресс-форм и на складах готовой продукции. Представители компании «Медидес» оценили высокий уровень автоматизации процесса на предприятии, грамотную организацию рабочих мест и обеспечение техники безопасности. Запомнилось, что, во-первых, отбраковка продукции, что не будет, что зальешь, и оно побежит, потому что в процессе работы тестируется и отбрасывается негодная тара. Второе – это что? Это отдел технического контроля, который каждые 2 часа берут продукцию, проверяют по нескольким критериям. Если вдруг что-то не идет, то останавливают, устраняют или вообще партию убирают и запускают по-новому. Это вообще интересно. На сегодняшний день на предприятии Biopast International трудится 92 сотрудника. Это дружный коллектив настоящих профессионалов, который работает как одна команда. Об этом свидетельствуют многочисленные республиканские и международные награды в области качества. Предприятие является двукратным лауреатом премии Содружества независимых государств. 5 раз было отмечено премией правительства Республики Беларусь. Оно 20 лет подряд является лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь», обладателем специальной наград, 7 лет подряд стабильное качество и впервые лучшие в химической и нефтехимической отрасли. Цели и задачи деловой встречи с представителями казахской компании «Медидес» были достигнуты. Стороны договорились о расширении ассортимента поставляемой продукции и о дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве.